Всем привет! Так, это очень небольшой обзорчик колонии архимандритов. Хоть архимандриты обгрызли дубовые листочки. Вот. Потому что другие что-то не стали грызть. Ладно. Так. А у некоторых даже завелась там плесень. Так, сейчас мы немножечко поковыряемся тут в поисках мелких гаденышей. Ё-моё, вот как их всех доставать тут и искать? Это уже проблема. Ну вот они. Так, главное поймать вот это. Самочка, кстати. Вот, посмотрите, какая крупная. Сейчас мы пока что все сделаем, как было. Везде какие-то мошки. Везде какие-то мошки тут постоянно обитают. Так, это даже не мошки. Хотя... да. Это какие-то мошки. Прям крупные-крупные. По приезду надо будет, к сожалению, тут все обрабатывать. В принципе, архимандритам это пока, они пока не вредят, но тоже не хотелось бы оставлять у них все это. Вот она. Посмотрю. Посмотрите, точнее. Какая крупная самочка. Вообще размеры у нее мощные. Если это получается предпоследняя линька, то что будет, когда она будет крупная, потому что у нее прям она прям широкая такая, уже увесистая и длинная. Вот. Чем я и люблю архимандритов, они крупные сами по себе по размерам. Так, ладно, будем обсуждать, ой, отпускать. Хотя, ладно, еще немножко покажу. Похвастаюсь. А вот как определяем, видите, вот он, последний сегмент брюшка, он идет сплошной, а у самцов он раздвоенный, если кто вдруг не знал, кому будет интересно. Так, думаю, на этом все. Всем пока.